Знаете, периодически слышу, что только в России есть клеймо РСП. Послушайте, что творится в Китае. Девушек, которые после 27 лет не смогли выйти замуж, в Китае называют остатками. И многие, в страхе получить такой позорный статус, стараются любой ценой выйти замуж до 27 лет. Но есть еще другой момент. Найти вторую половинку непросто. И если в такой спешке совершить ошибку и потом оказаться в ситуации, когда нужно разводиться, это еще намного позорнее, чем быть остатком. Так вот, в Китае ситуация, по-моему, даже еще хуже. Ведь у нас, если женщина ни разу не была в браке до 27 лет, она хотя бы не считается остатком.